В Германии очень многие почитают Святого Николая как Деда Мороза. И у него есть помощники, и страшные, и добрые, как ангелы. Чудовища в рогатых масках и лохматых шкурах прокладывают путь Святому Николаю, который по извилистой горной тропе шествует навстречу жителям альпийских деревушек. В альпийских деревнях предрождественские и предновогодние дни орудует целая армия страшных демонов-крампусов, которые наказывают непослушных детей –